мест. Я давно-давно уже ждал, когда же мне наконец приснится мама. Там. И вдруг приснилась. Она читала мне сказку на ночь, совсем как раньше. Странно только, что голос не был чужой, бабушки. В старое время, давным-давно, на далеком севере, где небо с землей из-за околицы исходится, жили две сеструхи-медведицы. Хоть и вместе родились разной снаружности, как малина с мандарином. Одна в полнеба вымахала, а вторая сеструха махонько родилась, хоть неказисто, да умненько, и нрава ребячего. Так и звали ее Умка. И берегла эта Умка вечную молодость. А народишко местный лопатунами их прозвали, да, которые между небом и землей по сугробам обретали, мыкались, Умку эту сторожить обязались. Для всех-то она медведицей мерещилась, а ребятишки мало ее слышь, как девку видали. Так и жили бы они, кабы не выметнуло гнилым ветром в нашу сторону одну заграничную ведьму Амалию. Выскочила эта Амалька ядовитой прежь, да и обзарилась на вечную молодость и задумала Умку погубить. Прочитала вещь Амалька в заграничной книжке гороскопе, что в солнечное затмение, когда солнце среди дня чернотой покроется, можно Умку на вовсе жизни лишить и вечную молодость в лично пользование захватить. А лопатуны тогда все без остатка вымрут. Им без Умки, как блохом без собаки, тут и делать нечего. И сколько лет Амалька за Умкой по свету бегает, да все догнать никак не может. С тех пор, как мама уехала, папа с головой ушел в работу. Он перестал отличать день от ночи, а меня от своих пернатых подопечных. Умка. Бабушка. Бабушка, тише, куда прешься, шалудова, дочка? Вместе с бабушкой приехали какие-то странные маленькие люди. Весь дом наполнился их хлопочущими голосами. Хоть я и не заметил, чтобы они друг с другом разговаривали. Совсем наши болит зачах. Зато он за Умку ухаживает. Он не влюбленный. А вам в медведицу. Кто-то от него жена избежала. Что не узнаешь? Я твоя бабушка Поля из деревни. Мамка твоя уехала, я приехала. А это кто с вами? Это шлопотуны. Тебе мамка о них рассказывала.
Они что, теперь жить будут? Ой, да что у нас за жизнь? Только мёрзнет, да ты с одно звание, что вечный. Чем мы душеньки-то держатся? А это Умка наша. Брысь, мелкота, хозяин проснулся. А что, Вася, Амалька со своими циркачами прикатила уже? Не знаешь? Какая Амалька? А? И правда, накануне в наш городок приехал цирк Шапито. В тот же день в нашем классе появился новичок. Напрасно. С этого все и началось. В этой глупости несчастной. У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам. Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно. Я зеваю. При вас мне грустно. Я терплю. Я вас люблю. Я бешусь. Трудно и стыдно просто. И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Васька, давай Кузьму запускаем. Давай, ну, пошел. Вы отвернетесь мне за день мучения. Смотри, паутина придет. Наш новый ученик Борис Румянов. Он приехал в наш город с труппой цирка и пока что будет учиться в вашем классе. Борь, проходи на свободное место. Нина Николаевна, зайдите ко мне на перемене. Тебя как зовут? Никак. А теперь Очень приятно. А меня Борис. А теперь посмотрим, как любители пауков учат домашнее задание. Вообще-то я Вильгельм. Петров? Петров?
Как ты можешь прокомментировать этот образец любовной лирики Пушкина? Пушкин. В этом стихотворении Пушкин рассказывает о себе, как о зрелом мужчине. Ну, ты загнул, ботаник, да. Хватит! Крыса! Новиков, дневник на стол. Вовка, ты что? Че суешься, раз больной? Раньше не сказал, что у тебя это... Мне это с самого рождения. Обидно, когда вот так вот с самого детства не везет. Несправедливо. Драться нельзя. Сладко нельзя. Даже быстро бегать не разрешают. Ты тут любые задачки с лёд решаешь. Потому что у тебя математический талант. А я бездарный. Даже моя мама, я слышу, так однажды сказала. Да еще за Икой дразнит. Ты что, насчет каски, что ли? Да брось. Может, у тебя тоже есть талант. Просто ты о нем не догадываешься. У тебя что, мама правда в Африку уехала? Да, там папа сказал, в экваториальной Африке эпидемия какая-то. Вот повезло. Наша соседка по коммуналке Марьяна взялась лечить мое заикание своим особым методом. От этих уроков я, кажется, еще больше стал заикаться. Терпелось только потому, что дал слово маме. Открываем, Васенька, рот еще раз. Положу лоскуток через беды поперек. От доры до фасоли Вася съест пуцоли. От фасоли до дары Вася улечит дары. Ну а что, Петруша, не выйдет из нашего Васеньки певца? Зря ты пулеметериал изводишь, не выйдет ничего, бесталанный он. Клади, не клади, только зря музыканшу мучим. А если Красникова добавить? Андрюш, Петруша, а вот и выйдет. Дышим? Рот вас открываем. Вася, работать будем, петь будем или так и останешься заикой? Еще раз. До, ре, ми, фа, соль. Хорошенький.
соседка-то. Наши говорят, покойника пусть всех обожат. Композитора немецкого. Он уже 200 лет как помер. Егор, тарелку подай. Спас в общественном месте, в присутствии людей, рядом... посудой, с продуктами питания. Я уже не говорю о том, что вы притащили сюда эту... Пошли-ка отсюда, вон. Пойдем. Вы думаете, на интеллигентные люди все стерпят? Думаете, я с утра до вечера буду все это терпеть? Дышит. Может, скорую вызвать? Уйди, Егор. У меня каблук сломался. Тетерюшка, больна головушка, чужие думки своими спать не дает. Пришу головушку, смирю коробушку, кое-что чужие, незваные, стомные, подлунные. Не сушите, не томите, от девки отойдите. Жива? Когда бабушка приехала на своей белой лошади, уже тогда я подумал, что теперь все будет гораздо интереснее, чем обычно. И кажется, я не ошибся. Это была лодка Гавриловича. Этот немой старик Гаврилович появился на биостанции почти год назад. Его нашли вместе с Умкой-медведицей в трюме старой баржи. Как они там оказались, так никто и не узнал. Гаврилович помогал папе ухаживать за Умкой, разрисовался тут, как в детском саду. Возился с ней, как с маленькой. Папа шутил, что Умка с Гавриловичем в одной берлоге росли. Он вообще раньше много шутил. Смешно копировал животных, птиц. И мама дразнила его эболитом. А потом мама уехала. Видишь, Вась, что-то Умка последние два дня неспокойна. Давление зашкаливает. Боится, что ли, чего она? Она боится, когда ты в очках. У тебя лицо в очках какое-то чужое. Даже мама так говорила. Егор Селыч, можно вас?
Умка, Гаврилыч, вы где? Папа, Гаврилыч. Ты здесь спишь? Мне папа тут работает на биостанции. А, да-да, понятно. А в клетке у вас кто живет? Умка. Тихо. Медведица. Умка.
теперь мне все понятно. У нас в цирке тоже медведица была. Мы с трупой уже второй день в вашем городке. Мы тут у вас представление устраиваем. Придешь? Амалия. Амалия. Странное имя. Василий. Очень приятно. Как ядовитый цветок. Любопытный мальчик. И бабушка что-то говорила про Амалию и цирк. Так откуда, Василий, ваша медведица взялась? Ее год назад вместе с Гаврилишем в трюме старой баржи нашли. Такая худая была. С Гаврилишем, говоришь? Это наш сторож. Он не мой. Она реагирует на запах моих духов. Альфонсу. Приходи к нам в гости, Василий. Мы на той стороне реки. Здравствуй, дорогая мамушка. У нас уже начался учебный год. Писем от тебя все нет. А у меня, наверное, начинается этот самый подростковый возраст. Часто мне кажется, что я сплю. Потому что такого просто не может быть. Потому что у нас творится иногда. Папе я про это не говорил. Он так нервный из-за твоего отъезда. Общается только в основном со своими зверями. А бабушка Поля, я иногда просто побаюсь. Мама, мама, возвращайся скорее. Мы тебя очень ждем. Косолапую тварь, она, видите ли, на биостанции пристроилась. Ненавижу эту кочевую жизнь. Лучше подумай, как с бабкой разобраться. То опять нам все испортит. О, уже дожди пошли, ее работа. Да и приемы, что вы слишком быстро взрослеете. Скоро он станет непригоден для нашего дела. Не забывай, только он может ее увидеть. Избаловал ты его, он слишком нервный, чтобы сделать это. Не надоела старая ведьма. Помни, скоро затмение. Нашего времени мама. Совсем не осталось. Мама! О, явился твой голубок. Иди, облизывай его. Не лезь, не в свое дело. Ну что, что ты? Что? Тихо, 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 тихо. Что опять, что? Мам, я не могу уснуть. Почему? Я чего-то испугался. Дорогой, мне нельзя бояться неизвестно чего. У тебя сейчас новая школа, друзья, много впечатлений, переутомился. Да нет, мам.
Мы тут подрались в школе, и я одного мальчика чуть не задушил. Я становлюсь злым, мам. Все дети бывают нервными, иногда злятся. Мам, я не такой, как все. Почему? Потому что ты лучше всех. Ты избранный, скоро все ты изменится. Ты всегда так говоришь, мам. И что? Ты ведь меня не подведешь. А если я не смогу? Сможешь. Привыкнешь, перестанешь бояться, все пройдет. В школу можешь пока не ходить. Я дождь пошел. Мам, можно я у тебя останусь? Чертова бабка. Конечно. Мам, спой. Пожалуйста. Мам. Один и три и пять. Пойдем со мной, мой мальчик. В горы, где воздух свеж. Если погаснет солнце, вечно будет зима. Вечен лишь холод в мире. Старости нас не съесть. Старость удел других. Вечны здесь только мы.
откуда? От верблюда. Блинцов хочешь? Никогда не промахиваюсь. Дай. Ну, пожалуйста. Дай стрелу. Нет, дай. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Я смогу. Ладно. Не так. Локоть отведи. Так. Руку прямо. Угу. Ну. Да не трясись ты. Да я не трясу. Держи дыхание. Почувствуй нить, натянутую между тобой и целью. Отпускай. Браво! Браво, браво! Приучил меня стрелять. Прекрасно. Прекрасно. А он вам показывал свой фирменный номер? Какой номер? Ну как? Борис умеет стрелять, как Вильгельм Тель. Вас как зовут? Катя. Катя. Прекрасно. Борис, покажем Кате коронный номер? Он попадает в цель с завязанными глазами. Не беспокойтесь, милая. Вам абсолютно ничего не грозит. Ты готов? Ну, стреляй же! Стреляй! Кать, куда? Погоди, Кать, стой! Ты нарочно это сделала так, чтобы она испугалась! Она мой друг! Ну и что? Она вырастет, состарится и умрет, как и все. Не хочу тебя слушать! А мы с тобой будем всегда. Будем всегда молодыми. Ты и я. Да? Пошли домой. Опять дождь начинается. Мам, почему ты так сильно боишься воды? Ну, ты же знаешь, у меня аллергия. О, Боже, Толч, люди. Фейерьегер, приведеры. Энлонген, касса. Четверо братьев-охотников не ели 4 дня. Как только погаснет солнце, четверо братьев-охотников пойдут на большую охоту. Первый выдубит шкуру, второй высушит кости. Третий разрежет печень, четвертый высосет сердце. Что было горячим, остынет. Что сказано, то и будет.
зелье приворотное. Я точно не рано. Принеси еще воды. Спасибо. Вашу. С левой стороны. Ну что, идем? Все, спасибо, Вася. Новиков, ты выучил урок? Да. Вася, я не слышу ответа. Да. Хорошо, я тебе верю. Садись, Петь. Везет же некоторым. Мороженое. Вот, возьми. Спасибо. Ты сегодня что делаешь, Новиков? Уроки. Совсем болтается. Я слышала, у вас трудная жизнь, и мама в отъезде. Ой, оторвалась. Я пришью. И вообще могу помочь. Я очень вкусно готовлю. Новиков, я... Спасибо, но с папой готовят тоже очень вкусно. Осторожно. Яичницу и омлет. Достань.
Новиков! Подожди. Почему мы не можем дружить, Новиков? Не, Николай, ну какая между нами может быть дружба? Вы учительница, а я ученик. И что? История знает немало примеров. Древнегреческого философа Сократа связывала со своими учениками самая настоящая дружба. Вплоть до смерти объятых. Не, Николай, я сейчас. Новиков? Вася! Вася! Новиков! Вася! Простите, простите, пожалуйста. Я нечаянно. Вася? Вася? Вась! Высокий порог, порог, потолок, потолок, замок. Брысь. Брысь отсюда. Брысь. Вася. Увидала, как моя большая мама, как моя родная мама плачет в кухне у плиты.
Она такая сильная. Здравствуй, Катя. Ты Новикова не видела? Нет, а что? Да вот он убежал и рюкзак бросил. Катя, скажи мне, а вот ты дружишь с Новиковым? Он действительно хороший мальчик? Хороший. Он не злой. И животных любит. Вы ведь в одном дворе живете? Ты рюкзак ему передай. Ладно. Угу. До свидания, Катя. Ага. Рыжий, рыженький. Ну что, рыженький, тебя тоже никто не любит. Беги, беги, иголочка, пока светит солнышко, возьми берег, чтобы черт не волок. Беги, иголочка. Только уши не мочи, мам. Я не мочу. Катя, давай снимем ключик, а? Мам, ну не надо, я же говорила, это волшебный ключ. Ага, Буратино заколдованный. Косу вытащи из ванной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Катя, держи его, держи. Опять трубу прорвало. Приплыли. Катя! Если так пойдет, ты кончишь, как я. Это как? Вот так. Сначала будут коты магические. Потом принца на белых конях, которых не видел никто. Потом ты не захочешь юбку надевать. Ну, ты вообще на себя плюнешь. Кать, ну как ты ходишь? Ведь каждое утро косы заплести целая проблема. Я обрежу эти дурацкие косы. Я тебя обрежу. Обрежет она. Как думаешь, можно котов феном сушить? Конечно, можно. Конечно, можно. Борька похож на певца Данилу, правда, рыженький? Он позвал меня завтра в цирк. А если я приплюсь в юбке, он решит, что я влюбилась. Дурацкий. Вот тебе, Васенька, зазноба, любовь до гроба. У ней косы у тебя хвост, да и тот репью зарос. А я вовсе и не влюбилась. А юбка, в общем, ничего. Глаза у меня мамины, красивые. Рыженький. Почему у тебя рыженькие такие грустные глаза? Тебя никто не любит. Ты останешься, если я буду любить тебя всегда-всегда. Рыженький.
Ладно, просила же ее как человека. Слушайте, Андреевна, оставьте мне две ставки. Что, сложно, что ли? Привела этого своего. Странный такой, слушай. Что, непонятно, что мужиков санитаров стесняются пациенты? Да черт с ним. Катька пишет, слушай, кота какого-то притащила. Ну ты с ума сошла, зачем он мне нужен? Ну... Возьми ножку! Вот, вот!
этим вечером дома было непривычно тихо. Даже Марьяна не бренчала на своем пианино. И бабушка тоже куда-то исчезла. Хоть Борька и промазал сегодня. Что толку? Каська все равно за ним убежала. Все потому, что он талантливый. А бездарный, бездарный заика. Вот итог последних 10 лет моей жизни. Сына Болтца живет как хочет. Эти провода везде, дым везде. Я здесь с ума схожу моментально. Так дом на курятник похож, он еще журавля притащил. Легко казаться образцовой матерью, заезжая домой как гость. Наш сын живет, как и ты, избегает реальной жизни. Живет, как вымышленный персонаж, одни фантазии сплошные, неживой человек. Спроси, что ему нравится, что он тебе ответит, ничего. Заметил, каких животных он подбирает. Брошенных и несчастных. Вот именно и болит. Бездарных и бесполезных. Таких же, как он. Что ты хочешь этим сказать? Это Галка за 2 года слова не может выучить. Ты хочешь сказать, что я и твой сын неудачник и бездарь, да? Критики, он копирует тебя, Егор. Может, поменяемся местами? Зачем? Зачем? Пусти меня! Ты все время туда ездишь, а? Нам нужно что-то решать, Егор. Я вам еще раз говорю, эту медведицу украли из нашего цирка. Так. Год назад украл этот сумасшедший немой старик. Пару бланков принеси мне. А теперь чистых. Она стала агрессивной, кидается. Я повторяю. Понял, прокусила руку. Да. Угу. Работала у нас в цирке. Значит, вы за ограду не заходили. Ну что еще? Какие еще вам нужны подробности? Угу. Я все понял. Вы мне скажите сначала, где стояли вы и где находился так. Медведь в этот момент. Значит, я стояла около решетки, никого не трогала, она бросилась. Прокусила руку. Послушайте, Умка никогда ни на кого не нападала, это исключено. Она уникальное животное. Я много работала с этим животным. Я много писала о ней в своих публикациях. У нее пульс, как у младенца, и другие показатели тоже в норме. Как ваша вчера фамилия? Вчера еще она была здорова. Новиков? Новиков. Так это вашу статью я читала в местной газете. О бессмертии, что оно возможно. Да, это моя статья. Я тоже очень давно интересуюсь этой темой. Да? Да. Ну, пока мелочи, наброски. Вы знаете, хочу показать ваши работы своим друзьям в академии. Хотела с вами это обсудить, мне кажется, это будет взрыв бомбы. Да? Вы думаете? Понимаете, это же может быть открытием. Все, конечно. Рыж, ты чего? Тихо! Тихо, Ростаславчик! Федрос, руку! Руку ему держи! Что с тобой, а? Немой-то немой, договорный черт. Стой! Извините, Петр Гаврилович, он замечательный работник. Пожалуйста, ничего, успокойтесь, да, мы все уладим. Ничего, это недоразумение. Мне на воду аллергии. Фуражку мы не видел. Да, Егор Селыч, вас к телефону. Это из дома срочно. Да, я сейчас. Да-да. Надеюсь вас увидеть завтра на нашем представлении. И вы давайте мы там все обсудим. Хорошо, до свидания. Конечно, сидишь в камере, остынешь. До свидания. Умка, что с тобой? Бабушка. Ну где тебя носит? Ну? Пошла, скорее, она там, на сундуке у тебя.
Господи, я так всего этого боюсь. Сердечко не тянет, не тянет. Дмитрий Алексеевич давал возраст, что вы хотите. Пелагея Андреевна, сейчас прокапаем вас. Пусть отдохнет немножко. Главное, сейчас на нее покой. Егор, и вы, доктор, уйдите. Что? А? Вы хороший доктор, но сейчас нужно. Хочу с внуком поговорить. Подойди, не бойся. Помоги мне. Воды подай. Садись. Слушай мне, Вася, внимательно. Самое главное скажу. Ты поди и сам догадался. Я ведь волшебница, внучок. Да. Хотел мамке свой дар передать. Да и все не досуг. Она всегда с характера была. Почему была? Она ведь вернется. Видишь, Вася, я сама лишь сладить не смогла. А ты рядом. Родная кровь. Только тебе могу. Все. Я ухожу. Ты без меня будешь. А, вот, иди сюда. Как возьмешь этот ключ, все мое тебе перейдет. И все, что в этом сундуке тебе помогать будет. Только помни, Умке грозит опасность. И только ты теперь можешь ей помочь. Во время затмения Амалька может ее убить. И тогда погибнут села Потуны. Что, не узнаешь меня, внучок? Бабушка. Бабушка, как же я теперь один буду? Ничего, дружок, скоро затмение, мы с тобой рассчитаемся. И о Умке твоей позаботимся. Что ж, с бабкой и стариком ты справилась. Помни, завтрашнее затмение — наш последний шанс.
Вот только твой мальчишка ни на что не способен. Он не сможет этого сделать. Но у нас все равно нет выбора. Все, пригораживаешься. Ну-ну. Посмотрим, как ты будешь выглядеть завтра. Унка, вставай! Унка, вставай! Самозванцы. Да лезь ты наконец. Я не давал никаких справок. Я ничего не подписывал. Они сами ее украли. Да, папа. Самовольно вывез. Да, да. Васька! Да допусти ты! Да. Васька! Они увезли ее на баркасе! Иди к Гавриловичу! Отдай Унку! Папа! Унку! Унку спасай! Thank you.
появится во время затмения только на несколько минут. И ты не должен промахнуться. Сейчас, сумка, погоди, сейчас. Давай, ключик, давай. Давай. Пусти! Стой! Я сразу сказала, что ты очень любопытный мальчик. Сначала бабка твоя под ногами путалась, теперь ты. Убери его. Сказала. Пора. Давай, ключик, давай, 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 ключик. Альфонс, взять его. Пусти, урод! Пусти! Девочка! Стреляй! Я не могу, можешь, он человек. Можешь, ты должен ее убить. Давай, ну. Борька, не смей! Не стреляй! Вильгельм, стреляй! Я не могу убивать. Стреляй, иначе я умру. Стреляй, котеныш. Умка! Стреляй! Ну. Не стреляй! Я прошу тебя! Не смей! Ну давай! Не промахнись! Ну, не промахнись! Умка! Давай! Умка, беги! Стреляй! Thank you.
Мам, ты что, своих аборигенов бросил? Вроде не приедет. Скажи еще что-нибудь. Она не может трубку взять. А где папа? Папа со своей машиной возится. Должен был прийти. Ага. Он на месте.